одни из трудящихся по месте великой столицы говорят, рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас. Без нас некому будет установить порядки, распределить работу, принудить к труду. Без нас все развалится и государство распадется. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас в власть. Такие вещи поместников и капиталистов не смутят, не запугают, не обманут рабочих и крестьян. В армии необходима самая строгая дисциплина. И однако создательные рабочие сумели объединить крестьян, сумели взять себе на службу старых царских офицеров, сумели создать победоносную армию. Красная армия создала невиданно твердую дисциплину, не испытал, а на основе сознательности, преданности, самоотвержения самих рабочих и крестьян. И вот, чтобы навсегда спасти трудящихся от гнета поместников и капиталистов, от восстановления их власти, надо создать великую Красную армию труда. Она будет непобедима, если в ней будет трудовая дисциплина. Рабочие и крестьяне должны доказать, и они докажут, что правильное распределение труда, беззаветную дисциплину и преданность труде на общую пользу они сумеют наладить сами, без помещиков и против помещиков, без капиталистов и против капиталистов. Трудовая дисциплина, бесценная энергия в труде, готовность к самопожертвованию, тесный союз крестьян с рабочими, вот кто спасет трудящихся навсегда от гнета помещиков и капиталистов.